Привет, мои дорогие, те, которые очень, и те, которые совсем не очень. Всем вам привет. Игрок из полка G-Corp, ником The Epos, попался нам недавно, 14 января, на этой вот карте. Попался он нам случайно. Короче, кот на Луне летал там на самолете вдалеке от района боевых действий. И этот игрок его нашел, как-то быстро нашел. Потом его повторно нашел. Потом он подозрительно меня быстро заметил, и мы его заподозрили. В итоге я начал смотреть этот повтор, все бы ничего, если бы не одно «но». Игрок себя повел в этом бою только в одном моменте, очень подозрительно. Но этого было достаточно для того, чтобы начать им заниматься. И вот я посмотрел его, игрок действительно читер. Ну а почему я так считаю, сейчас вы все это увидите. Поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Так, ребят, ну, моментик здесь один. Он не говорит о том, что это читер, но его было достаточно, чтобы начать смотреть дальше. Убираем списки и включаем камеру от лица игрока. Панчик имбовый. Пробой у него 140, да? Да, 140 на 100 метров, 130 на 500 метров. Здесь все четко, игрок хорошо играл, либо он знал о том, что я занимаюсь читами, либо так получилось, потому что в других боях он ведет себя совсем по-другому. Там прям сильная парива, а здесь только один момент. Вот он двигается, ребят, причем двигается он аккуратненько. Двигается он так, чтобы заехать в такое место. Вот здесь где-то он встанет сейчас. Вот здесь, если я не ошибаюсь. Двигается он так, чтобы заехать между игроками. И едет он и посматривает также подозрительно. Но это не показатель. Поэтому давайте смотреть, где же он осекся, где же он попался. Да, ребят, еще скажу так. Если играешь ты вот так, не совсем-то и видно, где танки находятся. Вот смотрите, а вот там находится и Т1. Вот она. И, конечно же, вот так ее видно. А вот так не совсем и понятно. Ну, конечно, если туда не посмотреть. Но мы не будем к этому придираться. Я просто вам показываю, что без маркеров и с маркерами это совсем разная игра. Включаем маркера и смотрим дальше. Да, здесь можно было увидеть, я не спорю. Вот слева стоит танк, он не шевелится, и если на него прям туда не посмотреть, его там ты не заметишь. Но я тоже к этому не придираюсь. Вот этот объект сейчас будет беспокоить нашего игрока. Вот сейчас вы посмотрите, как он будет реагировать. Вот у него получается два противника, да? И Т1, которая вот здесь стоит, вот она. И Т-64, это те, которых он увидел. Вот он как бы от них и остерегается. То есть он хочет и отработать их, и не быть ими отработанным. Объекта этого не видно. Тут еще БМПшка зашумит, да, вот он тоже, тем более подсветили. И Т-шка, 64-ка, БМПшка. Стоит, стоит, дергается, дергается, дергается. Вот объект поехал, ребят, справа поехал объект. Смотрите, все, пошла у игрока пошла реакция на выезжающий танк. И я вижу, что это преднамеренная реакция на выезжающий танк. То есть игрок обычно так действует, если он слышит этот танк, но его не было слышно. Либо если он видит, что там будет танк, но его не было видно. А так здесь игрок отреагировал чуть-чуть раньше, чем это было нужно. Поэтому я решил его посмотреть. В этом бою больше моментов не было. Мы не будем придираться к этому бою. Здесь, скажем, все было чисто. Только один подозрительный момент. Этот момент, конечно, не доказательный, он просто говорит о том, что этого игрока нужно еще смотреть. И мы с вами переходим к просмотру других повторов с участием данного игрока. Ну что, поехали. Карта Восточная Европа.
игрок из полка G-Corp с ником Z-Epos. Выбираем списки и камера от лица игрока. Напоминаем, что мы смотрим повтор на ультра-лоу графике и в разрешении 4К. Да, ребят, еще мы будем смотреть этот повтор не просто указывать, где наш игрок спарился, а наоборот. Наоборот. Мы будем пытаться его отмазывать. Потому что, на мой взгляд, так будет даже намного понятнее, где он читер, а где нет. Так, ну вот момент. Ну, тут можно сказать, что это не он его подсветил, хотя, скорее всего, подсветил он. А, мы сейчас поймем, ребят. Смотрите, если это подсветил ее он, то там ничего не будет обозначено. Если подсветил ее не он, там будет написано, что он получил награду по данным разведки. Так, смотрим. Давайте даже вот так сделаем. Два подсвета. Кто же их сделал? Кто же их сделал? Ну вот он выезжает на М42, целится прямо в середину танка и делает выстрел. Можно так сделать? Конечно же можно. Это, конечно же, может быть совпадение, что игрок случайно попал в серединку, но это пофиг. Танк подсвечен, он делает выстрел, угадывает и уничтожает, да? Нет, не уничтожает. Смотрите, ребят. Ага. Класс 3П уничтожил этот М42. Награду класс 3П не получил. Это значит, его подсветил класс 3П. И наш игрок к этому отношения никакого не имеет. Так, первый момент оправдан. То есть здесь все в рамках правил. Поехали дальше. И здесь класс 3П. Приватный пинг какой-то, да? Странно, ребят, странно, кстати. Надо будет взять на заметку. Так. Класс 3П. Карточка игрока. Скриншот. Надо посмотреть будет его. Потому что со стороны нашего эпоса эти танки не было видно. Так, смотрим дальше. Мы сейчас будем работать по новой технологии. Мы будем пытаться оправдать этого игрока. Так как-то лучше заходит, на мой взгляд. Потому что, когда я начинаю показывать, где игрок этот спалился, некоторые считают, что я просто придираюсь к нему. Давайте, будем по новой методе. Методом от противного. Ага, грохнули его напарника. Так, Руикат грохнул напарника. Чувак нас сейчас будет искать Руикат. Он его не видит, он не понимает, да? Почему стоит 64-ка, XM-ка, а Руиката нет? А потому что Руикат, ребятки, вон там. Вон он там, Руикат. Хоп. Вот он, Руикат. Так, еще вот эти два танка были подсвечены. По ним отработали. И они подсветились на миникарте. Вот в этом районе. И наш игрок предполагает, что танки там. Еще, ребят, напомню по маркерам. Если смотреть вот так, то не особо-то и понятно, что танк там есть или нет. Ну вот смотрите сейчас. Наш игрок едет и начинает высматривать этот танк. Да, конечно же, мы с вами видели, где стоял маркер. Поэтому нам было примерно понятно, что там есть танк. Но мы не придираемся к этому моменту и будем считать, что игрок знал по отметке на миникарте, что там был танк. Поэтому он кого-то там высматривал. Все, этот момент оправдан. Вот он его подсветил. Правда, не знаю, зачем он по нему стреляет. Таким пробоем он его ничего не сделает. Ну ничего, это его дела. Как говорится, чужая башка потемки. Вот ему протонуло, что его тут не убили. Да, вам может показаться, что он высматривает XM-ку, но это совсем не так. Он высматривает не XM-ку. Он просто смотрит туда. Там танки едут.
если в предыдущий раз можно было это оправдать, ребят, тем, что там едут танки, тем более он там видел эту XM-ку, то сейчас он выезжает тупо на XM-ку. Ее здесь еще не видно. Вот он ее подсветил, и это первое палево, которое невозможно оправдать. Даже это даже нельзя назвать совпадением, ребят. Первая ошибка этого игрока. Смотрим дальше. Так, тут точку Б у нас берут. Он туда смотрит. Все нормально. Так, турист у нас едет 172. Он у нас отмечен. Вот он его подсветил. Так, ну тут XM-ку было видно, она была подсвечена, но сейчас он начинает стрелять через бревна. Зачем? Ведь любой маломальски опытный игрок знает, что бревна на этой карте не простреливаются. Да не то, что на этой карте, на всех картах бревна не простреливаются. Поэтому здесь игрок у нас либо сделал ошибку и автонажатием, аимом, и в него выстрел сделался в серединку танка, либо игрок этот опытный. Хороший игрок, но не знает, что бревна эти не простреливаются. Хотя я сомневаюсь, что игрок вот с такой статистикой не знает, что бревна не простреливаются. 4000 боев в аркаде, 278 в СБ, 6. И наша статистика общая 1.87, а за последний месяц 2.27 коэффициент. Ух ты, больше двух. Ребят, это, короче, педоскил, как мне кажется. Слишком быстро он улучшает свою статистику. И раньше у кайдзинов стояли маркера на вот такие вот штуки. Когда игрок начинает подозрительно быстро прокачиваться, кайдзин начинает их проверять. Не знаю, почему сейчас это не работает. Наверное, безделье какое-нибудь. А может, праздники новогодние. Да, ну, странно, странно. Вообще, XM-ку стрелять так... хотел ствол сломать ему, а смысл? Дистанция большая. Ну, сломал ты ему ствол, ну и дальше что? Ты не успеешь до него доехать, он починится. Вот здесь, ребят. Ну, тут можно попытаться оправдать, что здесь точка. Здесь, возможно, стоят танки, которые охраняют эту точку, несмотря что тут есть 55-ка прям рядышком, да, с прицелом, но просто выезжает просвет между кустами. Правда, у нас просвет между кустами вот здесь находится, а не вот здесь. Ну, я бы сказал бы, я лично сказал бы, что это парево. Но другие скажут, что я так тоже делаю, поэтому мы оправдываем этот момент. Он просто выезжает в просвет между кустами. И здесь тоже он смотрит на маркера случайно. То есть, ребят, тут сплошные кусты. Но этот игрок, возможно, теплаком пытается, может, кого-то там увидеть. Но я бы сказал, что игрок пытается вот эти вот маркера просветить теплаком. И если бы они просветились, он бы туда отработал. Но это вы дальше такое увидите. Дальше это будет видно. Вот тут сейчас он отработал прицелом по маркеру. Посмотрел на 55-ку. Но это тоже можно назвать совпадением. Вот тут ему фартануло, кто-то отметил танк, и сейчас он будет туда смотреть. И вот он увидел там танк, все. Тут тоже все в рамках правил. Ему подсказали, он посмотрел, там есть танк, все, все. Ну мы, ребятки, видим, да, маркера. Маркер здесь, маркер там, и он прям между маркерами. Между маркерами, раз, раз.
Это хорошо видно, ребят, хорошо видно, когда у игрока есть лишняя информация, и он ей пользуется, и мы это видим. Но тут также он тоже пытается просмотреть, просветить, скажем так, теплаком маркера. Но мы это можем оправдать, так как там точка, и он просто смотрит на точке, нет ли там танков. Еще, ребятки, вот к середине боя, когда у нас трупов становится очень много, теплак уже не такой эффективный. Поэтому тут тоже палево может быть. То есть игрок быстро реагирует на танки, да, которые беленькие в теплаке. Но также могут там быть и трупы. А игрок реагирует только на танки, а не на трупы. Вот тут у нас XM-ка выезжает. Он о ней знает, что там стоит XM-ка, но он не должен был знать, что она сейчас будет выезжать. Поэтому я считаю, что это тоже палево. Объяснить это невозможно. Если бы было бы ее слышно, но тут у нас 270 метров, это раз. Во-вторых, мы ее реально не слышим, мы слышим только наш танк. XM-ку мы не слышим, и он ее встречает. Да, вот он выезжает, откатывается. Смотрим. БМПшка, он уже готов по ней работать, но он тут грамотно поступит, он не сразу поведет прицелом, а дождется, пока она появится. Оп, и только после этого он, ну, стрельнуть не успел. А вот XM-ку он здесь ждал, вот он сейчас ее ждет, ребятки, вот он на нее смотрит, ее здесь не видно и не слышно. Вообще, ребятки, объяснить можно все, что угодно. Все, что угодно, можно объяснить. Можно задурить голову, все, что угодно, можно объяснить. Это в теории. Как говорится, кто понимает, того не обманут. Здесь тоже, да, ребят? Объяснить можно. Маркер подсветился, чувак удачно просто пострелял. Но у нас опять чувак пострелял ровно в танк, а не в маркер. Видели? МиГ-15, видели? Реакция пошла уже на него. Вот здесь он грамотно сделал, смотрите. У нас тут стоят танки. Почему-то... Ну, смотрите, ребят, даже не знаю. Вот что он туда посмотрел? Обычно читаки так быстро, так жмак-жмак-жмак, да, быстро-быстро смотрит. А тут он рассматривает, стоит. Тут же четко видно, что танков нет, беленьких пикселей нет. Что можно тут рассматривать? А вот что можно рассматривать. Игрок пытается посмотреть, проявятся ли здесь танки внизу или нет. Он ждет, ждет, пока они проедут где-нибудь между домами. И типа делает вид, что смотрит. Танки не проехали, все, он типа осмотрелся такой. Видите? Там смотрел очень долго, а потом вот здесь вот слева посмотрел очень быстро. Ну это, конечно, такое, мое придирки, скажут многие, но это я тоже беру во внимание. И вот сейчас вот смотрим, ребят, МиГ-15, вот он летит. Вот так мы его не видим, но наш игрок уже видит. Смотрите, вот он, пошла реакция на него. Оп, а вот наш МиГ появился теперь только. Вот тут тоже палево, заранее, МиГа еще не слышно, но возможно, возможно у нашего игрока наушники 7.1, как скажут многие. Это псевдо-звук. В игре звук обычный, стерео, все. Все остальное это псевдо-сраунд. Вот он меняет, теперь у нас снаряд. И сейчас будет работать. Но ему не дали, не дали. Ну, смотрим дальше, на самолете, да. Сейчас поглядим, у нас игрок с бомбами и с ракетами. Сейчас посмотрим, как он кидает бомбы. Ракеты, конечно же, можно же научиться кидать очень хорошо. А бомбы... Есть у меня способ определить, как кидает читак или честный. Поехали. Да, еще, ребята, когда ты летишь, ты видишь только союзные маркера. Противников ты не видишь. Этот игрок очень-очень быстро находит противника. Конечно же, не здесь, не в этом бою, а это было в предыдущем бою.
Ну, я просто поясняю, что одно дело играть с маркерами, а другое дело играть без маркеров. Играем без маркеров. Да, лётку вообще плохо видно. Годины так сделали, не знаю, хреново. Хоть на ультралоу, хоть 4К, хоть, блин, 8К. Ни хрена, сука, её не видно, она сливается с землёй. Вот снизу вверх лётку хорошо видно, а вот сверху вниз очень плохо. Ой, сейчас момент будет классненький, ребят. Ну, смотрите, я выключаю маркера. Полностью контртанка вырубил я. Так, ну вертушку он тоже быстро нашел, ее не было слышно, но я нашел. Опустим это, да, возможно, парень глазастый, вертушка была беленькая, ее, возможно, было видно. Да, стреляет он по марке упреждения. И вот смотрим сейчас, ребят, смотрите. Его действие. Он уже видит танк, ребятки. Вы танк видите? Нет? Вот он. Хоп. Хоп. Он уже его видит. Он видит союзника. Союзнику сейчас придет каблык. Но он летит его спасать. И сейчас, смотрите, техника бомбометания читера. Читак просто заходит, у него есть маркер упреждения. И он по нему сводится и бросает бомбы. Так, для тех, кто знает, не знает, если у самолета есть бомбовый прицел, аркадный бомбовый прицел, кто не знает, у современных самолетов есть бомбовые ракетные прицелы, то есть показывает, куда бросать. Поэтому, если бы этот самолет поддерживал такую функцию, сейчас бы мы с вами наблюдали бы в этом повторе также такой кружочек с крестиком. Но у этого самолета, как я понимаю, нет такой штуки. И наш читер бросает навскидку. Но навскидку, чтобы бросить, нужно зайти, определенно зайти и попасть. То есть, так как он заходит сейчас на бреющем полете, попасть не то что тяжело без бомбового прицела, а даже с бомбовым прицелом сложно попасть точно, потому что наш бомбовый прицел в таком случае плохо сводится. То есть крестик не сводится точно. Ну, кто знает, тот поймет. А наш читер заходит, смотрите как, замедляем и смотрим. И бомбы уже пошли. Видите, он уже бросил бомбы. Вот так он прицеливается. Хоп, и все. Вот они, бомбочки, полетели уже. И смотрим, куда они попали. Видали? Вот это точность. Вот это точность. Ну, будем считать, ребят, что наш игрок... Ну, фартануло ему, хрен с ним. Повезло, фартануло. Смотрим дальше, второй заход. У него еще есть один сброс. Это, ребятки, мы все кладем в копилочку. В копилочку всех его везений. Не может вести постоянно, правильно, ребят? Может повести раз, может повести два, может повести третий раз. Ну, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой не может вести постоянно. Вот смотрите, сейчас будет ехать ЗСУшка. Давайте маркера вырубаем. И куда он смотрит? Вот у нас идет ЗСУшка. Вот она. Игрок наш сейчас будет бросать бомбы. Замедлили, смотрим. Оп! Что вам напоминает? Напоминает прицеливание через аркадный бомбовый прицел. И давайте последим, куда она попадет. Вот наша бомба летит. Почти рядом. То есть, если бы ЗСУшка стояла на месте, попала бы прямо в нее. Так как она ехала, попала немножко сзади. Скиллом это назвать сложно, два раза попасть. Давайте посчитаем, что это удача. И, наверное, он просто умеет хорошо кидать. Таких вот неудобных положений. Правда, первый бросок был намного неудобнее, чем второй. Ну, смотрим дальше. Так, наш игрок едет. Вот он респанулся. И что же он делает вначале? Вначале он смотрит
На самолет. Самолет у нас. Или вертолет, что это? Вертолет. Что-то я не пойму. Маркера у нас есть? Есть. Вертушка вражеская. Нет, союзная. А, ее сбили. Получается, вертушку сбили. Он посмотрел на вертушку, которую сбили, и дальше его действия. И он смотрит на маркера через домики. Зачем? Странно. Ну, обычно смотрят, да, вот сейчас вот туда смотрят, вдруг там танки где-то есть. Ну, а на маркера через домики. Ну, будем считать, что это случайно нажал на бинокль. Так. Сейчас тоже посмотрел. Будем считать, что он просто посмотрел между теми домиками. Сейчас так быстро-быстро посмотрел, не знаю для чего. Вообще эти жмакания, жмак-жмак-жмак бинокль, они вот такие быстрые жмакания, это так только читаки делают. То есть им, чтобы разобраться, видно, не видно, они без бинокля видят, где танки находятся. А вот видно танки или не видно, это чтобы не спариться, вот это да. Так, точка Б занята своими, отлично. Слева, слева у нас ушко слышно. Вот она еще работает, отлично. Так, отъехала. М-19 выехала как раз вовремя, удачно. Не попал по ней. Ух ты, как действует грамотно, прям как чистый игрок. Так, раскорячили. Ай-яй-яй. Заходят сзади. Офигеть, ваншот. Хоп, 95-й. Вовремя ты, вовремя. Так, обломил ему кусочек башки. Союзнички едут, сейчас они тебя спасут. Ух, портануло тебе. Ну, знаете, ребят, вот здесь в моменте приезда на точку отработал грамотно. То есть такое ощущение, что он щиты прям выключил и без щитов играл. Так, там у нас стоит оцелот, который светит танки противника. Гадина. Опять сломал ему ствол. А не, починился. Заглушили. Тут слышно слева танк. Тут все в рамках. Все в рамках правил. Вообще удивительно. Да, стреляй через ДСУшку. Все. Все, убили. Какой бой, какой бой, да, ребят, какой бой. Ух, бьются до последнего танка. Сейчас будет момент, когда он будет подъезжать к точке, там его будут ждать. И вот там танк, возможно, было справа слышно. О, стойте. Ну ладно, будем считать, что здесь, получается, убили. Кого тут убили? Кого-то убили здесь, да? А кого тут убили? Блин. А тут врага никого и не убили. Я хотел оправдать его, что он просто ждал появления противника, потому что противника убили, и он ждал появления противника после убийства, что респонента сейчас вдруг самолет.
А никого не убили, вот его грохнули. Нашего эпоса. И после этого 95-й уничтожил ВБС-ку. Дальше Несокрушимый. И дальше убили Алтарчия. Ну, то врага никто не убивал. Поэтому вот это вот сейчас посмотрел, подождал самолетик. Это странно как-то. Ну, хрен с ним. Хрен с ним. Там и так уже достаточно, что ты че так. Так. Так вот, о чем я. Момент там будет сейчас. Когда он подъезжал к точке Б, там танк справа стоял за углом. И его как бы было слышно. Мы сейчас посмотрим с вами, было там слышно его или нет. Я вставлю кусочек видео, который будет обработан мной. Звук будет обработан с максимальным выводом этих звуков двигателя. И мы с вами послушаем. Вот смотрите, вот он подъехал, тут стоит танк. Вот смотрите, он выезжает такой, выехал, то оп, танки. Видно, да? Вот в такой ситуации видно. А в такой не видно. Но он-то играет в такой ситуации, и вот тут видно, что его тут ждут. Тут засада спереди и справа. И он такой растерялся, оп, что делать? Замешкался на секунду и поехал дальше. И вот сейчас мы с вами будем слушать, внимательно слушать, как гудят двигатели. Зачем-то бинокль включил, зачем-то прицел включил. Ну, прицел, ладно, там проезд посмотрел, а вот бинокль сюда, не знаю, нахрена он включил. Ну, хрен с ним. Слушаем. Если пятку слышно, переднюю, которую... И это слышно. Хотя подожди, ребят. Это слышно не ее. Ну вот смотрите, да, три танка спереди на 2 часа и на 3 часа. И все идут звуки. Но мы точно пока слышим, что стоит спереди танк. По звукам. Причем, ребят, когда ты смотришь маркера, видишь и слушаешь звуки, это одна информация. Когда ты только слушаешь звуки, это совсем другая информация. Так легче визуально определять, где стоят танки. Но вот мы сейчас с вами слышим только точно, что впереди стоит танк. А здесь мы сейчас не поймем, то ли это 95-ка гудит, то ли это 55-ка, которая справа гудит. Вот это. Не совсем понятно. Это я вам к тому, что наушники 7.1 ничего вам не скажут, и звуки в тундре, ну, такие, сделать пока лучше не получается. Но хоть так сделали. То есть понятно только спереди, справа, слева или сзади. А точное местоположение по звуку понять невозможно. Только если у тебя есть маркера, вот тогда ты картинку складываешь и понимаешь, где находится танк. Да, кстати, смотрите, 95-ку грохнули, и все, звук перестал тут гудеть. Ребят, да это его двигатель гудит. Это не 55-ки, это его движок. Вот он сейчас камеру повернул, и этот звук стал у нас не отсюда идти, а справа откуда-то, то есть от его двигателя. Слышите, как меняется звук по направлению, когда башня крутит? Да, ребят, да. Он знал об этой 55-ке. Знал он. Но мы не будем брать это как 100-процентное доказательство. Так, слева вертушка, он теперь почему-то не смотрит на нее. Странно, да? Ну, маркер, конечно, есть, можно понять. Но вертуху-то не видно.
Предыдущую свою ртуху он посматривал, а эту не смотрит. Странно, ладно. А, сейчас тоже будет момент, ребятки. Мы сейчас тоже здесь делаем усиление звука. Вот тут сейчас, когда танк будет ехать вот там вот в проезде, когда он будет там ехать в проезде, 55-ка будет ехать по улице, по главной, на точку А. И вот он на нее отреагирует. И там ее не было слышно. Мы тоже сделаем специальное усиление, чтобы точно поняли, что ее там не слышно. Он уже ее видит. Ребят, ну вот ее сейчас не было слышно в начале, когда он начал на нее смотреть. Позже ее стало слышно, но сначала ее не было слышно, поэтому это тоже палево. Ну вот так игрок наш проиграл, несмотря на то, что он читер. Ну а мы с вами переходим к просмотру еще одного повтора с участием данного персонажа. Так, карта Фульда. Фульда, фульдовая. Наш игрок исполняет G-Corp с ником The Epos. Убираем списки и камеру от лица игрока. Так, тут мы теперь на Абрамсе. Давайте ускоримся. Что-то эта карта стала меньше попадаться в рандоме. Все, выезжаем на позицию и смотрим. Тоже попробуем оправдывать нашего игрока. Выезжает Леклерк. Замедлимся, посмотрим, как он отреагирует. Да, ребят, он его встречает. Еще сильнее замедлимся. И смотрим. Его не видно ни от третьего лица, ни от первого лица. Да, это палево, палево. Тут даже не знаю, как оправдать, ребят. Он с самого начала ждал именно в том месте появления Леклерка. Не в каком-либо другом месте, а именно в том месте. И тут не оправдаешь никак. Теперь что там у нас, Викерс, что ли? Теплак включил. Еще один Леклерк. Здесь танк видно. Вот он, просветился танк, ребят. Видите, читеру достаточно малейшего подсвета. То есть здесь вот, если смотреть вот так, ребят, и вот так вот, то тут непонятно, что это за танк и как он стоит. Видно беленький кусочек танка, правда? И непонятно, что это за часть танка. Может, часть корпуса, может, часть башни. Скорее всего, часть корпуса, потому что очень беленькая. Но не поймешь так сразу, не поймешь. Но когда ты вот так видишь, ты сразу же понимаешь, что это танк, что вот это его башня, и что туда нужно целиться и стрелять. Ну, как хорошо получается, да, когда играешь с маркерами. Ну вот сейчас, ну тут мы пытаемся оправдать, по нему был выстрел,
Правда, не знаю, я не успел заметить, какой танк по нему стрелял. СДКшка или этот. Но будем считать, что это стрелял ему этот танк. И он просто вдогонку туда стрельнул. Тем более я не попал, правда? Можно оправдать? Конечно же можно. Так, танк уехал. Сибишка уехала. Давайте выключим контуры танков. Так, а что тут у нас такое? Замедляем. Ребят, вот это парево. Это парево 300% без оправданий. Читак. Ну никак ты тут не мог знать, что там танк едет. Второе парево в этом бою. То есть парево не костюмное, а прямая улика, что это читер. Третье парево. Вы можете сказать, что он с прошлого раза запомнил перемещение танка. Ребят, он не мог этого сделать, потому что он в прошлый раз тоже не должен был знать, что там едет танк. И снова точно целится ровно казенную часть орудия. Прям как ЧСВшник на том самом повторе на карте Польша, когда он был на бульдоге. Запомнил, где стоит танк, и стрельнул туда. Ой, какие красавчики, видите, ребят? Честные игроки пока не смогли повторить этот момент. А нечестные спокойно могут это сделать. Конечно, когда у тебя есть маркер упреждения и маркер, где есть танк. Легко. В целом, ребятки, вообще видно, мы сейчас с вами видим маркера, перемещение маркеров за буграми, и он реагирует именно на эти маркера, он не реагирует на предполагаемые маркера, а реагирует на, он точно реагирует на маркера. Так, его снова подсветили, у него союзник остался один, и он сейчас начнет, короче, как говорится, немного постыкивать. Да. Викерс слева. Дистанция 220 метров. Его там еще не слышно. Наш игрок уже его видит. Вот теперь его стало слышно. Ага, сыкотно. Поехал назад. Ну тут моменты такие. Мы сейчас промотаем с вами на второй скорости. Здесь ничего подозрительного нет, он будет до последнего писаться и ждать, пока ему помогут. Так, Викерса убили. Притормаживаем и смотрим. Ага, момент. Отдать. Ребят, смотрите. Я сейчас вот так делаю. Убираем маркер, убираем контур, замедляем 0.5 и смотрим. Давайте 0.25 поставим. Или хватит 0.5. Какая реакция, смотрите, он будет сейчас. Прям как Сашка в одном бою. Бородатый мальчик. Оп. Видали как? А? Скажите, тут тепло, было все видно. Ну да, красавчик. Во-первых, чтобы туда попасть, нужно знать, что там едет танк. Ему хватило полсекунды. Полсекунды хватило ему, чтобы понять, что там едет танк, прицелиться, выстрелить. Это нереально, ребят, это нереально. Если ты не знаешь, что там едет танк, это сделать нереально. Так, один просмотр. Ну, тут можно попытаться оправдать, что он просто, ну, между деревьями пытается просмотреть. Если бы, конечно, не было там маркера, то да. А если там маркер, то это уже наводит на мысль о том, что это читак. И сюда тоже он пытается посмотреть, что там, возможно, будет видно ЗСУшку. Видите, он, оп, типа такой прицел включил, посмотрел. Ну, ребят, странно, ребят, да?
Потом включил прицел и посмотрел. А почему он посмотрел туда? Именно в елке. Почему посмотрел? Почему он не глянул между елей? То есть, ну зачем смотреть на елки в этот самый теплак? Конечно же, чтобы рассмотреть этот маркер. Вдруг он проявится. Обычный игрок, нормальный, будет смотреть в те места, там, где видно будет танки предполагаемые, а не там, где сплошные заросли деревьев. Вот снова, это выглядит просто по-идиотски. Ну, уже третий раз он на эту стервешку смотрит. И в борте едет, да? Точно. Да, в бортину ей едет. Ну что, ребят, начнем подытоживать наш обзор. Судя по тем моментам, 100%, 200% и 300%, которые мы сегодня увидели, этот игрок читер. И вот, смотрите, снова он опять СРВшку пытается посмотреть. Он заранее на нее уже смотрит, сводится, пытается выехать на нее в прицел, хотя ее там еще не видно. Это говорит о чем? О том, что он не должен о ней знать, но он почему-то знает о ней. На карте же ее не показывали, ребят? Нет, не показывали. Да, танки союзников, ну, может быть, показал, да, там стоит танк. Ну, может быть. Но все предыдущие моменты, которые 200, 300 и 100%, говорят о том, что это читер. Те, кто не верит, можете не верить, ребят. Я никому не пытаюсь ничего доказать. Я просто по своим многолетним опытом определяю, где читер, где нет. По моему мнению. И вам это показываю и рассказываю. Некоторые вещи я не могу рассказывать, потому что читеры тоже смотрят наш канал и учатся скрывать свою нечестную игру. Поэтому невозможно все мне показать, вам рассказать. Я стараюсь показать, чтобы и вам было понятно, и чтобы читеры на этом не учились нас обманывать. Скажу вам честно, за это время за читерами стало сложнее смотреть. Научились, суки, играть. Ну, что ж поделаешь. Но самое главное, что я тоже смотрю за ними, и все это замечаю. Поэтому 7 лет просмотров за читаками дают огромный, колоссальный опыт, чтобы понимать, читак это или нет. А когда знаешь еще и психологию человека, это еще больше помогает в их поимке. Вот мы снова смотрим эту ЗСУшку. Ну, под конец что-то он вообще разошелся. Ребят, ну да, чтобы на карте Фульда, именно в том секторе, увидеть ЗСУшку, попытаться ее рассмотреть. Не там, а именно вот в том месте. Ребят, видели? Отмечают. Я сейчас хотел его оправдать. Да его ж там отметили, да? Кто-то тоже, небось, подумал, его ж там отметили, прямо вот там. Но сейчас тоже отметили вот там вот справа. А он стал снова смотреть прямо на нее. Поэтому оправдать не получилось. Смотрите, снова у нас отметка была справа, а игрок смотрит прям на танк противника. Да, ребят, читаков так много, что трындец просто. Сейчас я вам покажу немножко список, вы охренеете. Вот смотрите, это был вчерашний день. Вот это вот, вернее, вот так давайте покажу. Вот это был вчерашний мой просмотр, запасом вчерашний. То есть 19-го я смотрел, бои за 18-е, за 17-е вот эти вот, которые мне прислали за день. А это что было перед этим? Смотрите. Ну вы поняли, там где красное, это читак, там где зеленое, это честный. Вот он период когда-то был, период такой, гляньте, сколько честных было.
Это было день рождения бартендер, наверное, после дня рождения, да, перед акцией. Потом пошла у нас акция и понеслась. Так, давайте вот так покажу. Так, глаза, ребят. Сколько их красненьких. Вот такой мой список. Да, много, много. Наш эпос 14 января. Вот так, ребят, читакол, да хренища, я не знаю, что делает Кромвель, что делает его группа, гейммастер, ух ты, виртушку тут увидел, ну блин, ну, разошелся ты под конец. Так вот, я не знаю, что делает там Кромвель, что делает его служба гейммастеринга, хотя служба странная, не знаю, скорее всего им не платят, они работают за голду, а вот Кромвель-то получает зарплату, почему он ни хрена делает, непонятно. Да, Гадзин, вообще у вас, конечно, работа по бану читеров вообще не налажена, это так, для галочки, для отвода глаз. Мы тогда выпросили, чтобы вы сделали античит. Вы его сделали и вообще забили на этот большой и толстый. Сволочи вы, сволочи. Игра-то хорошая, альтернативы нет, и вы этим пользуетесь. Ну ничего, погубите вы игру, погубите. А мы найдем что-нибудь еще интересное. Ну вот, ребят, конец боя. Читачок наш, как обычно, супер игрок. 7 штук настрелял. И статистика его еще увеличивается. Ну а вам, мои дорогие, спасибо всем огромное за вашу поддержку, за ваше внимание и за ваше понимание. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.